Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты. Сегодня на базе банки, вот тут банка, значит, 8 аккумуляторов литий-ион, значит, соединенных методом умножения параллельно, вот в этой банке. То есть банка, далее шим и светильник. Светильник раз, два, три, 60 светодиодов, видите. Светит довольно ярко. Точно, не вру. При этом, ребята, потребление тока, видите, на нуле. Вот разорвали цепь между светильником на плюсе и прибором. Прибор стоит на амперах. Видите, потребление 0,0 ампера. То есть потребление 0. Вот такая система, ребята. То есть вечная автономная лампочка для освещения гаражей и комнат. Значит, набор простой. Лампа светодиодная 60 светодиодов. Шим-контроллер. И для проверки вольтметр, тестер, амперметр, вольтметр. А также 8 батареек, заключенные в эту банку. 8 штук, соединенных посредственным путем. Сейчас я вам нарисую схему системы. Схема системы. Итак, банка 8 батарей литий-ион, соединенных по 4 параллельно и 4 между собой посредственно, 4 на 2, вот так. То есть напряжение на выходе 7 вольт. Далее. Шим-контроллер. Шим-контроллер. 400 ватт. 400 ватт. Вот он. На выходе от батареи. Напряжение от 6 до 60 вольт. Далее. Светильник 60 светодиодов. 60 светодиодов. Значит. И вот тут вот плюс и минус. Вот плюс и минус. Вот тут мы на разрыве разрываем плюс. Вот так. И на разрыве ставим амперметр. Для чего? Подкручивая ручкой вот здесь. Подкручивая ручкой, мы отрегулируем на 0. 0 ампер, 0 десятых ампер и 0 сотых ампер. То есть в итоге потребление у нас этой системы 0. То есть батарейка вот эта, ребята,
будет гореть очень долго, может год, может два, а лампа будет светить. То есть мы видим автономный вечный светильник. Благодарю за внимание, всем удачи и стального железного здоровья.